когда им нечего будет вам ответить, потому что логически они ничего не могут доказать, логики в их словах нету, тогда они скажут вам: «Я говорю об Аллахе так, как Он сам себя описал в Коране». А Он описал себя, что у Него есть нога, руки, лицо, что Он вознесся и так далее. Так они говорят. Скажите им: «Где ты видел в Коране русское слово «лицо» или «лик»? Где Аллах сказал о себе, что у Него есть лицо?» Такого в Коране нету. В Коране даже одной буквы нету на русском языке. Коран, он только на арабском. В суре Юсуф, в аяте 2 сказано: «Инна анзальнаху Кур'анан арабия». Этот аят значит, что воистину Коран был дарован на арабском языке. То есть сам Аллах дал знать, что Коран на арабском. Запомните это, пожалуйста. А книжки, которые на русском, английском, французском, это не является священным Кораном от Господа. И нельзя называть эти книги Кораном, потому что «Инна анзальнаху Кур'анан арабия». Коран, он только на арабском. А эти книги на русском – это всего лишь переводы обычных людей из плоти и крови. Поэтому не доверяйте им безоговорочно. Эти книги писали люди. Это не от Бога. А священное писание Коран, которое от Бога, которое получил пророк, оно на арабском языке. И Аллах не описал себя русским словом «лицо» или же английским словом «face». В Коране нет ни русских, ни английских слов. В Коране сказано арабское слово «ваджх». Это арабское слово имеет не одно значение. Есть у этого слова значение «физиономия», «лицо», или на русском еще говорят «лик». Но есть и другое значение у этого арабского слова «ваджх». Это значение «власть». И великий ученый ислама, который был из саляфи салих, имам аль-Бухари, в своем сборнике «Сухих аль-Бухари» он сказал, что там, где сказано в Коране «Куллю шейин халикун илля ваджха», «Куллю шейин халикун илля ваджха» — это аят 88 из суры 28. «Куллю шейин халикун илля ваджха» — это значит, что все исчезает, кроме ваджха Аллаха. А что здесь значит ваджх? Лицо или же власть? Имам аль-Бухари, рахимахуллах, говорит, что вот это место «илля ваджха», кроме ваджха, это значит «илля мулька», кроме власти. То есть все исчезает, кроме власти Аллаха. Здесь ваджх не означает лицо, что будто бы все исчезает, кроме лика, лица Аллаха. Аллаху, Азза ва Джаль, ему не присуще иметь лицо, голову или другие какие-то части тела. И перевод ваххабитов, что все исчезает, кроме лица Аллаха, это противоречит даже их убеждениям. Ведь они говорят же, что у Аллаха есть и руки, и пальцы, и ноги. Но разве они верят, что все исчезнет, руки, ноги, пальцы, и только лицо останется? Даже они не верят в свой же перевод. Ваххабиты, они всегда твердят: мы говорим об Аллахе лишь то, что Он сам о себе сказал, но на деле мы видим, что они как раз говорят об Аллахе именно то, чего сам Аллах о себе не сказал. Он не сказал «лицо», а сказал «ваджх». А ваххабиты поняли это, как им хочется, перевели, как им хочется, сказали «лицо» и говорят «Аллах сказал». Потом они возмущаются, когда их секту называют партией шайтана. И так же само имам Ахмад ибн Мухаммад ас-Сауи аль-Малики, который жил больше 200 лет назад, в своей книге «Хаш»
أما بعد هذا كتاب حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين تأليف الشيخ أحمد ابن محمد الصاوي المالكي في تفسير قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. يقول: وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم، كما هو مشاهد الآن في نظائرهم، وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية، يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم. انتهى كلام الشيخ الصاوي المالكي. هذه حقيقة الوهابية، أراح الله منهم العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.